прекрасный перец, который я купила в магазине, сегодня я буду сажать. Он очень сладкий, ароматный, семечек в нем мало. И посмотрим, какая всхожесть будет. И как даст урожай из семенов, купленных в магазине. Вот я порезала перец. Буду доставать семена. Семян очень мало. Но перец очень вкусный, сладкий, мясистый. В общем, одним словом, хороший. Пробуем сажать. Скорее всего, это F1. Но посмотрим, как они зайдут. Вот и взошли семена перца. А взошли, я вам скажу, очень дружно. Я не надеялась на это, что они так хорошо взойдут. Посмотрите, как сильно густо. Я вообще не надеялась на этот перец, что он взойдет. Обычно в ряд F1 никогда не всходит. Ну, что взошло, то взошло. Теперь будем выращивать. А теперь мне нужно их пересадить. Попикировать. Вот видите, я приготовила землю. Земля покупная для овощей. Вот две плошечки такие. Сверху накрою пленочкой. Сейчас я буду пытаться доставать эти перчинки. Смотрите, как они хорошо выросли. Смотрите, как пустили корневую. Замечательная корневая. Теперь мне предстоит долгая кропотливая работа, чтобы отделить каждый перчик отдельно и не повредив корневую. Это, конечно, сложно, но все равно постараемся. Смотрите, как я это буду делить. Вот так. Раз. Раз, и перчик готов к посадке. Я сначала поделю много, а затем буду высаживать. Высаживать я буду делать рядочки. Смотрите, какая хорошая корневая. Теперь будем ждать результатов. Самое главное нам что? Не корень, а сам урожай. Я посадила этот перец для того, чтобы убедиться в том, что с покупного перца можно взять семена с того, что продают у вас в магазине. Это был длинный такой огромный красный перец. И они должны обязательно прорасти и дать хороший урожай, не хуже того, что мы ели, когда купили в магазине. Сейчас я приступаю к посадке. Вот посмотрите, я сделала рядочек. Теперь выложила перчик друг возле дружка и присыпаю его вот так землей. Сейчас я высажу весь перец, затем покажу, что получилось. Вот наконец-то я рассадила свои растения, пикировала как могла. Эту кучку оставила вместе, мне больше негде сажать. Теперь беру пульверизатор и начинаю поливать хорошо. Мне надо хорошо смочить земляной ком. После того, как я полью растения, накрою пищевой пленкой и оставлю на окошке, чтобы они пришли в себя. Да. Не сразу на окошко, но солнце ставить не буду. Я их подальше от стекла поставлю, но на окно. Внизу я дырочки не делала. Я не сильно много поливаю, чтобы до низу болота не было. Видите, верхний слой намочился. Теперь эта водичка пропитается, намокнет вся земля. Вот таким. Теперь будем ждать от этих перчиков урожая и посадку уже в грунт, в землю. Конечно, каждый перец, наверное, не пойдет в рост. Видите, они полегли некоторые, но они должны подняться. Но все равно хоть половина, штук 20 хотя бы будет с этой партии. Я посмотрю, будет урожай такой же, как я покупала, или мельче, может даже крупнее, не знаю. Все будем показывать на видео, снимать.
Оставайтесь вместе со мной и будем выращивать перец с покупных семян. То есть из самих плодов, которые я купила в магазине и выбрала из них семена F1. И у нас все получится. Я уверена в этом. Добрый день! Пришла осень и пришло время собирать урожай. Наконец-то покажу вам результат своего эксперимента, который я покупала перец обыкновенный, собирала с него семена. И что у меня получилось? Перец, конечно, вырос такой, как я покупала, длинненький, но некоторый мутировал. Вот есть, видите? Это я уже собирала урожай, остатки остались. Вот покажу вам. Вот видите, маленький, еще молоденький перчик. Вон он красненький. Видите, как я с красного собирала семена. Он сначала зеленый, а потом краснеет. Перец был, как вы помните, я вам в начале видео поставлю, какой он был размера, как я собирала. Он длинный, узкий был, а затем он мутировал. Видите, он вот такой. Ну, это его что-то подъело, наверное, червяк такой год, что ли. Неважно, я хочу вам просто результат эксперимента показать. Видите, какой он получился? Тот был вообще длинный, вот такой длинный. А этот наполовину короче. Вот этот длиннее получился. Вот, видите, узенький, он вот такой был тонкий и длинный. Но он слегка мутировал. Не знаю почему, может, опылился с другого перца. Но у меня небольшая грядка, места нет. Ну, эксперимент вот какой есть, такой есть. Я хотела вам показать. А это надо было, наверное, брызгать чем-то. Червяк залез, что ли, вовнутрь. Видите, загнило все. Выброшу, курочки съедят. Такой зеленый, узкий, длинный. Вот такой эксперимент. Что получилось, то я вам и показываю. Ничего лишнего не снимаю. А в этом году хочу провести эксперимент с болгарским перцем, который мясистый, крупный такой, как вот этот, например. И с него снять семена. И что получится? С длинного перца вот такое получается чудо. Переводня небольшая, такой как был перчик, не получается. Ну, уже пора убирать урожай, уже и листья пора убирать. В некоторых районах уже заморозки ночью были, а у нас еще не было. Но все равно убирать надо. Листики у некоторых скрутились на перчике. И поэтому нет смысла его уже держать на веточках. Хотя я вам покажу сейчас, мои синие еще продолжают цвести. Вот перец продолжает цвести. Малина цветет. И вот синие продолжают цвести. Видите, как красивый цветочек, замечательный. И также огурцы мои начали расти, давать урожай. Вот смотрите, я только что собрала пол ведра огурцов. Вот этот я не заметила. Что-то все поменялось, сдвинулось в сторону. И огурец вот начал расти и цвести, этот засох, оборвалась веточка. А так цветут вон верхушечки. Инжир мой плодоносит. А уже осень, казалось бы, уже хорош, уже все. Отдыхайте, растения. Нет, хотят давать еще урожай. Если кому интересно про клубнику, которая дает урожай круглый год, я расскажу в отдельном видео. Пишите комментарии. А здесь в горшочках я ее размножаю. Затем, кому надо, пересылаю в любую часть Украины. Этому участку я не даю цвести, я обрываю цветоносы. Этот участочек для размножения. Я ее сразу в горшочке, и она хорошо пускает прекрасно корневую систему.
И к Новому году будет хороший, мощный кустик с цветами и ягодками. Вот смотрите, видите, цветочек уже лезет. Так, клубничка крупноплодная. Усов пускает много. На усах она тоже цветет и дает урожай, как маточное растение. И кому надо, пишите комментарии, созвонимся. Сейчас у нас собирается дождь. Всем удачи, всем пока. Подписывайтесь на мой канал. До встречи!